Мы вошли в следующий зал. Здесь расположены всякие макеты. Вот. Это здесь космический корабль, а на нем космонавты. Это здесь показан макет стыковки космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Вот. Хотя я не вижу больших различий. Ну вот. Это скафандр. А это наверняка одежда космонавта, когда он одевает скафандр. Это фотоаппарат. «Зенит-3М». Этим фотоаппаратом во время полета на космическом корабле «Союз-11» и первой орбитальной станции «Салют» вел съемку космонавт Пацаев. Вот. Это кресло ускорений Кориолиса. Вот. Вот это велотренажер ВБ-3. Он наверняка нужен был космонавтам для того, чтобы, например, не разучиться ходить в космосе. Это стенд ортостатический вектор. Вот. На нем наверняка тренировали космонавты. Это самолет лаборатории. SL-Ил-76. Вот. Здесь находятся разные капсулы с растениями. Люди испытывали, как будут расти. Вот. Это панель с инструментами для проведения технического обслуживания и ремонта на борту орбитальной станции. Вот как выглядел. А это космический паяльник для работы в невесомости. Это возвращаемая эластическая капсула «Радуга». Подлинник. Вот.